дорогие друзья, сегодня пятница, и только я решила идти домой, собиралась из офиса и вспомнила, что я забыла снять для вас пятничный рынок. Поэтому давайте пройдем вместе. Я сейчас переворачиваю камеру. Сегодня пятница, 8 июня. Покажу вам цены и ассортимент на фрукты и овощи, которые есть на рынке в Алании. Как я уже сказала, пятница вечер, 7 часов. Давайте посмотрим, что же есть на рынке, что осталось. Смотрите, черешня. Черешня уже по 3 лиры. Персики по 5. Нерден шефтали. Нерден гелет. Анталия. Вот Анталия. Продавец сказал, что персики и черешня из Анталии. Черешня 3 лиры. Мы вчера покупали по 5. Здесь у нас традиционно яблоки 2,5 лиры. Дальше идут бананы, килограмм 5 лир. Зелень вся по лире. И клубника, друзья, кто хотел клубнику, клубника по 4 лиры. Клубнички я тоже себе куплю. Очень много народу. Покажу вам только основные фрукты и овощи. Жара спала, поэтому народ пришел на рынок. Ну, как всегда, традиционно с этой стороны у нас морковь, капуста, зелень, огурцы, помидоры, перец. Огурцы по 2,50. Здесь, естественно, любимое место туристов. Покупаю чай и специи, орехи. Кто спрашивал инжир? Инжир. Цены нет на инжир. Здесь кукуруза. Черешня. Да, традиционно теперь у нас цена на черешню 3 лиры. Цены упали с 15 лир до 3. Зелень, чеснок, дыни. Дыни стоят 4 лиры за килограмм. Абрикосы, персики. Персики 5 лир. Здесь мы их вчера покупали. Бананы 4 лиры, 5 лир. Опять специи, но сегодня почему-то нет на них цен. Кто спрашивал грецкий орех? Грецкий орех стоит 25 лир в скорлупе. Инжирный кадат? А, вижу. Инжир стоит 34 лиры за килограмм. Дживизли суджук 24 лиры. И здесь очень вкусно пахнет жареными орехами. Чищенный грецкий орех 50 лир. Кукуруза, миндаль, чищенный миндаль 60 лир и 40 лир фундук. Здесь также продаются семечки. Друзья, если будете брать семечки, берите вот эти семечки из Коньи, но мы их впервые попробовали в Газиантепе. Вот это самые вкусные семечки, килограмм стоит 12 лир. Много разных орехов. Каким образом здесь они жарят орехи? Вот в этой вот машине жарят орехи. Нектарины. Персики все по 5 лир. Абрикосы 4 лиры. Видите, уже вечер, народ постепенно расходится. Так, на этой стороне у нас дыни 3 лиры килограмм и арбузы. Так, почем у нас здесь арбузы? Арбузы штука 3 лиры. Штука 3 лиры, вроде красненькие.
Но они достаточно большие за 3 лиры. Кем? Большие. Здесь тоже арбузы. Штука 5 лир. Арбузом нельзя, Гелю, Манавгастан. Арбузы, вот эти вот арбузы, друзья, их привозят и выращивают в Манавгате. Кстати, в Манавгате устраивают и арбузный фестиваль. По-моему, в июне месяце устраивают арбузный фестиваль. Ну, здесь всякие специи, сахар, точнее, лукум и так далее. В общем, вчера мы вечером купили на этом рынке персики, абрикосы, бананы и черешню. Ну, а сейчас захотелось клубнички. Ну, давайте еще пройдем вот по этим рядам. Огурцы кукуруза, огурцы по лире, вот такие вот красивые свежие огурчики, помидоры 2,50, 75 куруши огурцы, цены на огурцы очень сильно упали. Вот такая вот черешня огромная, Наполеон, всего по 5 лир. И огромные арбузы. Килограмм этого арбуза стоит лира 50. Дыни штука 3 лиры. Лучше всего, кстати, покупать вот такие вот маленькие дыни. Мы всегда берем вот такие вот маленькие. Много перца, баклажаны. Баклажаны 2 лиры. Кукуруза. Кстати, пишите в комментариях, кто любит кукурузу. Я ее очень люблю, но не люблю ее готовить дома. Фасоль 5 лир. Еще фасоль 6 лир. Три лиры. Черешня. Вот такие вот здесь еще продают деревенские яйца и продают вот такую вот красную капусту. Кстати, эту красную капусту я ее использую в борщ, и получается очень красивый суп, очень красивый цвет у супа. Много арбузов. Все, наступило время арбузов. Абрикосы по 5 лир, клубника 6 лир и разные черешни. Есть вот такая темная, светлая и красная. Черную мы вчера брали, она была не очень сладкая. Поэтому сегодня я возьму красную. Ой, какая красивая. Посмотрите. Какая красивая черешня. Как вы видите, друзья, цитрусовых на рынке практически нет. Апельсин, мандарин, грейпфруктов. Сейчас не сезон. Сейчас также не сезон авокадо. Авокадо будут в... Когда они появляются у нас? В сентябре, в октябре. И под конец покажу вам, где продаются ряды, где продаются сыры, оливки. Что там у нас еще есть? Масло. Говорят, что там есть творог, деревенские яйца. Вот это вот натуральные деревенские яйца. Есть суджук, турецкая колбаса со специями. И много-много сыра. Очень много видов оливок. Ну, какие цены на оливки? Средняя цена 18 лир. Есть по 13, и покрупнее 18, поменьше 13 лир. Цены на сыр. Ну вот такой вот сыр. Косичка 22 лиры, 27, 28. Много специй тоже. Видите, народ уже постепенно собирается. Надо мне тоже скорее идти.
взять денежку и купить клубники. Вот такой вот сыр интересный. В ханге пенер. Что бы сырочный? Ханге. Мискет. Тут мумо. Вот такие тоже здесь есть оливки. И много разных сухофруктов и орехов. Вот такое не очень длинное видео сняла я про рынок. В принципе, вы рынок этот уже знаете, как свои пять пальцев. Показала вам цены, ассортимент. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии. Конечно же, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну и спасибо всем, кто смотрит. Сегодня очень жарко. Приезжайте также в Аланию наслаждаться морем, солнцем и пляжем. На сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.